Меня зовут Анастасия Харченко, мне 16 лет, я работаю корреспондентом. И сегодня совместно с инспекторами отдела полиции города Пущино мы проводим рейд «Подросток и игла-2017» на выявление продажи алкогольных продукций несовершеннолетним лицам. Первый магазин, который я посетила – «Фобос». Меня встретила девушка-продавец, выставлявшая новую продукцию в холодильник. Я не знаю ни одного алкогольного коктейля, поэтому попросила продать мне любой. Продавец проверила у меня документы и, определив мой возраст, отказала в продаже. Каждое утро директор со мной проводит инструктаж, что нельзя несовершеннолетним продавать, спрашивать документы, постоянно проверять. То есть мы поддерживаем законы и не продаем несовершеннолетним. Далее мы решили отправиться в один из сетевых магазинов. В отделе алкогольной продукции я взяла первую попавшуюся банку коктейля. Продавец попросила приготовить паспорт, когда я еще только стояла в очереди. В данном магазине «Пятерочка» у меня также спросили паспорт. Проверив мой возраст, они также отказали в продаже мне алкоголя. Честно говоря, покупать алкоголь было страшно. Биение сердца чувствовалось везде – в голове, ушах и пятках. Как только мои сверстники на это идут. Итак, у меня везде спрашивали паспорт и проверяли мой возраст. Но бывает, что продавцы не вглядываются в год рождения и не спрашивают документы. Таких случаев не произошло. Для сотрудников полиции это хороший результат, ведь в прошлые разы в некоторых магазинах была зафиксирована продажа алкоголя подросткам. Анастасия Харченко, Андрей Михалин, Александр Шалатов, ТВС Пущино.